Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе, отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. В Москве 3 беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, отклонились от намеченных целей. Еще 5 сбиты в Подмосковье зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцир». Режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. У нас соседняя квартира, если бы там долбануло, разнесло бы все. Нет, на... Да, там 3 молодых девчонки спали. Две девочки. 3 девчонки, да. Ну, по... девочка, которая там живет, ее подруги. Есть мысли, что надо куда-то перебраться в более безопасное место. Ну так, но в целом спокойно, все логично. Так и должно быть. А что еще ждали? Не знаю даже, это страшно. Вот так залететь, сидишь и к тебе в окошко, да? Ну да, да. Сегодня вот прочитала в новостях. Ну, конечно, опасно, страшно. Беспилотников, которые летают над Москвой и в Москве. Твари вонючие! Вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь Министерством обороны! Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать! Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву! То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы. Ну,
Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами.